It's them. Got a question. You know about the Longjaw? What? What did you say? You know. I don't know! Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон. И это продолжение прохождения игры Shenmue в рубрике «Лучшие игры». Мы продолжаем узнавать историю Рио, продолжаем работать в порту и продолжаем получать интересную информацию. С каждым днем у нас ее наконец-то все больше. И в последней части мы узнали о том, что картель и безумные ангелы проводят нелегальные сделки под названием Лонжа. Но мы пока что еще не знаем, когда это Лонжа, в какой день она произойдет. И это наш следующий шаг. Узнать, когда именно произойдет эта сделка. Я узнал, что двое иностранцев в порту имеют сведения об этом. Но пока что я не знаю, кто эти иностранцы, к сожалению. Ну а сейчас у нас новый рабочий день, новая гонка и новый шанс на победу. Good morning, everyone! Morning! Time for a daily warm-up race. You all do your best now. Yeah! Like always, 3 laps to the finish. Everybody ready? Yeah! On your mark, almost time to go. Ну что, постараемся победить? Ready? Go! И погнали! Поднимаем подъемничек в самом начале, чтобы нам внизу не мешался. Вот так, на максимальную высоту. Обгоняем одного. Теперь надо быть с этим третьим аккуратнее. Надо быть с ним аккуратнее, потому что это может нас совсем загнать в угол. И второй этот, смотрите, что делает, а? Да выходи на свою линию, ты что же делаешь-то, а? Только мы сбоку и сразу нас бортует. Ай... Что за нравы у вас, ребятки? Ужас просто. Но и так мы на втором месте сейчас. Теперь главное не сбивать темп, не сбивать расстояние. Хорошо вырваться, конечно, бы уже под самый конец, чтобы нас уже никто не бортовал. Так, отлично, все, мы на первом месте. Ха-ха, новичок на первом месте. 56, 57, 31. Ну, для первого круга весьма неплохо, потому что мы его начинаем, ну, с нуля скорости. Безусловно. А теперь главное нам входить в повороты. Четко и верно. Да ты бортуешь, жена. Что ж ты делаешь, да? Так нечестно. Прекрати. Обалдеть. Ну хорошо, хоть не дали ему обогнать нас. Главное, чтобы и после второго круга у нас все было точно так. Пока соблюдаем дистанцию и... Кстати, 40 км в час, я, по-моему, уже говорил, да? Не слишком быстро, не слишком медленно. И здесь мы очень хорошо вырываемся вот на этом повороте. Отличное место, чтобы сократить трассу. И время у нас 56 секунд и 3 десятых. Отлично, отлично. И вот он наш Рубикон. Вот он, этот поворот, на котором я все время все нервы себе вытрепал, да. Ух, я прошел его. Теперь самое важное, не сложать уже в самом конце. Это будет намного хуже. Кстати, я никогда не пробовал ехать мимо трассы. Да, это, конечно, свидетельствует о том, что я не люблю читерить. Но все-таки интересно было бы попробовать свернуть не туда, так сказать. Вот здесь просто единственный шорткат, который мы можем сделать. И да, ребят, мы наконец-то пришли первыми. Это так классно. Это так классно. Я просто не могу. Да, 54 секунды 82 десятых.
Сотых. Нет, сотых, конечно. Pretty damn good for a rookie. Here's your first place prize. Thanks. Да, наконец-то у нас погрузчик номер один есть. Hope you work as well as you race. Фух. Вот это была гоночка, это гоночка. Today you gotta move cargo between warehouses. Gotcha. First take a crate from here over to warehouse number 8 and unload it there. Then take a crate from warehouse number 8 to warehouse number 18. You know where that is, right? I take this to warehouse number 8. Then I take number 8 cargo to warehouse number 18. Yep. But careful you don't get mixed up. The quote is written on the map. I got it. Так. Что-то у нас сегодня довольно сложный маршрут. Посмотрим его поближе. Маршрут номер 5. Пятый день работы. Квота 10 ящиков, слушайте. Мы, по-моему, не успеем ее выполнить. Итак, мне нужно забрать груз со склада... нет. Я беру груз отсюда. Везу на склад номер 8. А после отвожу склад со склада номер 8 на склад номер 18. Господи, что за... Что за сложности, ребят? Что за сложности? Так, ладно. Сейчас возьмем первый грузик. Первый наш грузик мы отвезем, так сказать, на камеру. Так, поехали. Отвожу на склад номер 8. На склад номер 8. Это куда? Туда, по-моему, да? Да, по-моему, туда, точно. Это же тот шикарный склад, где мы это пытались залезть в него. То есть мы в него, конечно, залезли, но это оказался не тот склад. Так, склад номер 8 у нас здесь. Так получается, да? Ага. И мы ставим ящик прямо сюда. 10 ящиков. А мы управимся 10 ящиков-то отвезти? Даже не знаю. Немного мимо разметочки. Так, и со склада номер 8 мы забираем ящик. И везем на склад номер 18. Склад номер 18 у нас находится... А, впереди, да, там, помню я, помню. Но зато теперь... А, видите, ящики помечены, эти красные, те серые. Чтобы мы ничего не перепутали, Кутузов. Так, и склад номер 18, это наш старый склад знакомый, куда мы отвозим наши ящички частенько. Ну что же, встретимся во время обеда. И ящик я довести не успеваю, потому что у нас начинается обед. Lunch time, eh? Сытно покушали, бесплатно. Причем. Hey, bro! Hey, my Goro. Bro, me, I'm gonna settle down and go straight. Gets me a real job, work hard and marry her. Marry? But she's too young. Don't you know, Ryo? Girls can get married from 16. But to Goro? Well, Goro, he's not so bright, but he's got a heart of gold. Yeah, but Goro... Well, bro, be seeing you around. See ya. Ничего себе. Вот это веселые новости. Горо и Мэй поженятся. Забавно, с 16 лет. Ну, в общем, да. Да, действительно, не соврал. Не соврала. Mark. Dio,
I got some big news. Huh? I overheard Tony and Smith saying that a long Ja is going down soon. Really? When's it gonna happen? Maybe within the next few days. I see. Be careful, Dio. Yeah, you too, eh? No problem. I'm cool. But I'm worried about you, Dio. The date of the long Ja. Someone must know. Yeah, but finding out ain't gonna be easy. To them, it's like a really big deal, you know? Maybe the only option is to ask them directly. Well, maybe, but Dio... Believe me, I know. But I'm prepared to take the risk. Dio... Да. Вчера мы слышали этот диалог. И нам нужно найти иностранцев, которых зовут... Сейчас... Тони и Смит. Он говорит, два иностранца, я их видел. Тони и Смит. А где мне найти этих Тони и Смита? Честно, даже не знаю. Они как-то должны выделяться ведь. Excuse me. Hello. Are you busy, Hisako-san? Well, it's not so bad, I'd say. I see. I'm in a hurry, so... Okay, see you later. Ага, вот так вот, значит. Ладно, давайте тогда, как всегда, прогуляемся к нашему злополучному 17-му складу. Вернее, за него. И, может быть, даже кого-нибудь встретим. Тони и Смит. Ха. Нет, ничего не припоминаю, никаких ассоциаций у меня не вызывают эти имена. К сожалению. Видимо, не слишком большую роль эти имена играют в игре. Поэтому я их не запомнил. Ну и здесь у нас ничего, к сожалению. Поэтому давайте продолжим прогулку. А, вот точно, у бездомного надо спросить. Он точно знает. А может и нет. Тут ни в чем нельзя быть уверен, к сожалению. Может, он не знает. А вдруг раз и окажется, что Том знает, который нам, в общем-то, практически никогда не помогал. Ну, то есть он бы и рад помочь, парнишка, но не знаю, не слышал, не видел. Продаю хот-дог, никого не замечаю. Как-то так. Кстати, заметили, ребята расходятся. Вот они, ну, после обеда. Они сначала сидят некоторое время, мы можем пообщаться с ними. А потом они как-то по одному уже начинают расходиться. А бездомного-то и нету. О как. О как. Плохо. Ну тогда надо зайти к Тому. Или же ждать вечера, когда эти Тони и Смит сами нас найдут. Каждый вечер у нас что-нибудь интересное случается. Том. Hi, Dio. I've got something to ask you. Have you heard of the Long Ja? Long Ja? The Mad Angels guys call the deal by that name. I need to find out when they're making this long jaw. Sorry, I don't know anything, man. Really? Да. Honey-san. Hi, Dio. И тут тоже, к сожалению, никакой информации. Жаль. Надо бы найти горы, которые здесь прогуливаются. Или он сегодня не прогуливается, не знаю, но во всяком случае, надо бы его поискать. Почему он не спросит о Тони и Смите, где бы их можно было найти? Вот это была бы более полезная информация, как мне кажется. Чем просто спрашивать о том, когда пройдет лонжа у каждого в порту. Ну это же понятно, что глупо. Зато может оказаться эффективно, потому что ходим, болтаем со всеми. Кто-нибудь-то раз и донесет. Они сами на нас и выйдут. Да, нет у нас бездомного, к сожалению. Где-то у нас должен быть склад номер 4. Если я не ошибаюсь, это второй. Это у нас 5, 6, 7. Так, 3, 4. Вот, давайте зайдем. Там нас должен бездомный ждать. Он там говорил, что тренируется частенько. Looks like I don't have time to practice. Нету времени. А его самого-то тут нету. Жалко, жалко, что его тут нету.
Ну-ка, что это там написано на палетах? Ха, Dreamcast. Ну да. Ничего, ничего необычного. Наверное, бездомный вечером нас будет ждать. Как бы узнать еще, как зовут? Что ж не спросил-то, а? А то я его все бездомный, бездомный. А у мужичка имя есть хорошее. Наверное, я уверен. Какой-нибудь там, я не знаю. Мастер Ци. Он же явно хорошо знает карате. Все время у нас здесь прогуливается по порту вот этот мужичок с дипломатом. И с ним, в общем-то, не о чем разговаривать. Погоняем голубей немножечко. Ну, они, видите, как они разлетаются и садятся тут же. Да. Наверное, это из эмулятора, скорее всего. Не знаю. Ладно, обед у нас заканчивается. Ничего особенного мы не нашли. Давайте поговорим, может, с кем-нибудь, если это возможно. Excuse me. Yes. Да, безусловно, глупо было бы спрашивать у нее, когда пройдет лонж, а? Но Нарио может и это сделать. И пора за работу. It's already this late. First, take the cargo to warehouse number 8. Then, go to warehouse number 18. Мы отправляемся дальше за работу. Встретимся с вами, дорогие друзья, уже вечером. Итак, друзья, у нас какое-то новое событие. А вот и они. It's them. Got a question. You know about the long jaw? What? What did you say? You know. I don't know. Hey. Hey, wait! И еще одна погоня, дорогие друзья. Опять погоня. See ya, boy! Hey, Bob, help! I'll get rid of him. Ах ты. Idiot! You Sorry. Crazy! You take the ladder. Okay. What? Ох. When's the long jaw? I don't know. I'll break your arm. Stop! I ain't lying. Only the Mad Angel's boss knows. Who is the boss? It's Terry. Terry? Please, don't tell no one. I told you. Or they'll kill me. Please. Where is he? I don't know. Terry's real careful. Even I don't know where he's at. Да, вот это интересная стычка. Кое-как я догнал этого парня, но это было нелегко.
Терри. Терри, теперь нам нужно будет искать Терри, главаря банды. Got your pay. Here. Thank you. No, wait. Yes? Someone came to see you earlier. Really? Yes, a young man in a suit. He asked me to give this to you. Thanks. Hmm? The Mad Angels are after you. Beware. Guizhan. Ah, the Longzha. Maybe Master Qin knows about it. Ведь я еще давно говорил о том, что стоит обратиться к мастеру Чену. Давно-давно говорил об этом. И ходил я ведь к Гуйжану. Азуки. Мастер Чен. Is Landi coming for the Longzha? Why do you know about Longzha? I got it out of the Mad Angels. So, is Landi coming? Landi has nothing to do with the Longzha. Only the lowest Qiyo men members are involved. But Terry and his gang have arranged transport for Landi to a ship. He's acting as a guide for Landi, so as to ingratiate himself with the Qiyo men. Terry and his gang already know about you. And that you're trying to stop the Longzha. The items we deal in are expensive. Paintings, calligraphy, antiques, gems. Terry's gang deals in contraband. The next big shipment is drugs. If they get established, our market will be destroyed. If our trade route is disturbed, it will cause trouble for us in China. So, now you see. Go home before you get hurt. I can't do that. Someone as young as you should not be involved. Tell me when the Longzha is. I cannot tell you. But if you can be patient and listen to my counsel, no harm will come to you. Father! As written in the letter to his father, I'm bound by my promise to Zhu Yuanda. I will hear no more of this today. Very well. I'll back off for now. Your father would not have wanted you to throw your life away so senselessly. Все время пытаются успокоить Рио и заставить его не делать глупостей, но серьезно, не дождетесь, никогда не дождетесь вот этого от Рио. Посмотрим, что он записал в дневнике. Надо найти парня по имени Терри. Да, действительно, надо найти парня по имени Терри. Но как же нам его найти? Гуйжан сказал, что мы, кстати, не выполнили квоту. Квота 10 ящиков. Кстати, действительно, я немного не понял. 10 ящиков нужно перевести отсюда, учитывая ящики. Ну, то есть, суммируются ли ящики между складами? Не знаю. Но квоты мы не выполнили из-за вот таких происшедших событий. Пока мы бегали, прошло где-то почти полтора часа. А за эти полтора часа я могу перевести там 3 ящика минимум. Но мы заработали 7000 йен. Прибавки не будет. Ну что же, что делать? Марк, do you know of a man named Terry? Nah, sure don't. Who is he? I think he's the boss of the Mad Angels. Terry? Sorry, man. Never heard of him. It's all right. Марк. If I hear anything about that Terry guy, I'll let you know. Yeah, thanks. Dio. What's up? Be careful. I've got a strong hunch that something's wrong. A hunch? I sure hope it's just my imagination.
I hear you. I'll be careful. Да, действительно, опасность нас ждет большая, это точно. И скорее всего даже этим вечером. Возможно, именно этим вечером. Потому что они точно уже знают, что мы ищем Терри. Явно этот черный доложил. Точно доложил своему хозяину, боссу. Конечно, он сказал, нет, я ничего не сказал о тебе. Но это лишь предупреждение. Предупреждение, так сказать, негативных событий, которые могли бы с ним случиться, если бы этот Терри узнал, что он рассказал о нем нам. Давайте сходим, как всегда, к 17-му складу. Но, да, вряд ли здесь что-то случится. Обычно у нас на главной площади что-то происходит. А здесь мы лишь видим граффити. Кстати говоря, один из моих подписчиков выразил интересную мысль. Видите, что Марк стоит на пирсе? Возможно, он высматривает в море своего погибшего брата. Кто знает. Может быть, действительно, именно с такими грустными мыслями он стоит там каждый вечер. Да, пока что у нас все тихо и спокойно. Но кто знает, какая буря разразится этим вечером. Думаю, что будет очень жарко. Интересно, сидит ли там наш старый знакомый под лестницей? Или же он появится только вечером? Да, он сидит. О, еще и Гора! Гора, смотрите, какой веселый! Ха-ха! Гору! Окей! Got something I want to ask. Sorry, brother, I'm a bit busy now. Oh yeah? Later then. Sorry! Да, город, посмотрите, посмотрите на него, а? Вот красавец, а? Посмотрите. Довольный, счастливый, окрыленный. Да, натуральный Red Bull называется, любовь. А с нашим старым знакомым нам поговорить, к сожалению, не о чем. Я хочу узнать, останется ли город этим вечером. Поэтому, прежде чем наступит вечер, я хочу находиться рядом с ним. Исчезнет он или нет? Сейчас узнаем. Возможно, он вечером захочет с нами пообщаться. Сюда музычку надо смешную вставить. Это точно. И в порту наступает вечер. Безумно люблю эти заставки вечера. Просто безумно. Гора исчез. Нет, здесь. Ну-ка, бро. Hey. Говорим. What's groovin', bro? Got a sec? Can it wait? Got something to do now. Got it. Sorry. Ладно, продолжай весело бежать в припрыжку по порту. А мы продолжим искать неприятности. Сходим еще разок к складу. Конечно, вряд ли там что-то будет. Кто? Это киса перед нами. Я думаю, почему я пешком вдруг пошел? Он в кису уперся. Нет, ничего особенного. О, это кто у нас здесь? Это кто такой? Что он везет? Что он везет? Что-то интересное он вез. Жалко, не дали рассмотреть. Что-то действительно интересное он вез.
Ну а теперь самое главное, возвращаемся на центральную площадь. А может быть, этот вечер окажется без сюрпризов. Кто знает, должны же быть тихие вечера. Хотя сегодня уже очень много всего произошло, безумные ангелы должны быть в ярости. Рыбаки уже домой собираются. Да, и с нашим старым знакомым нам тоже поговорить не о чем, к сожалению. Гор уже сделал один круг. И Том, по-моему, тоже уже вернулся к себе домой с его палаточкой. Давайте я все-таки схожу, проверю. Да, действительно, Тома нету. Том ушел. Вернулся в Дабуиту. Вечером он дорабатывает там. Ну что же, а мы отправляемся домой. И думаю, ничего особенного уже не случится. Встретимся завтра. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.